спросим, ребята, кентуха на проводе. И прямо сегодня будет ваша любимая рубрика, потому что мы увидим победжунчика Анетки, потому что мы прямо сегодня будем крутить кисечки на раздевание. Анетка, ты готова? А! Я готова! Всем привет, с вами... Так, ребята, пожалуйста, прожмите лайкусик, и мы посмотрим на Дэнти Анетки. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Братва, вы скажете, почему я такая детка, будто я сбежал с детдома, а знаете почему? Потому что я сегодня не намерен проиграть, потому что сегодня проиграет Анетка. Ты готова проиграть, пупсик? Я не готова проигрывать, слышь ты, Кента Пикапепа, все пишем Кента Пикапепа. Хэштег Анетка Бомжетка. Мужики, давайте проверим, кто сильнее, мужчины или женщины, кто за мужиков. Пишем хэштег Анетка Бомжетка. Кто из этих девушек, этих, блин, этих существ? Пишем Кент Пепа. Ну, я думаю, никто не напишет, правильно, мужики, все же за мужиков. Прямо сейчас мы покупаем 24 кисечка. Это означает, что кто-то из нас снимет 24 одежды. 24 одежек, 24. Ну, короче, вы поняли. Анетка, расскажи правила. Ну что? Кому? Какой? Блин, давай лучше ты расскажешь, у меня башка. Башка не варит, потому что ты девушка. Ну что, мужики, правила крайне просты. Кому выпадает дешевле дроп, тот и снимает одежду, пока кто-то не останется вообще без ничего. Ну что, первый кейсчик я, как настоящий джентльмен, открою сам. Поехали. Давайте посмотрим, что же выпадет мне. Анетка, ну что, смотри. Я ничего не вижу. Блин, рарка! Сейчас ты будешь раздеваться. Да я не против, у меня тут 100 одежды, ты не знаешь, у меня там 5 пар подштанников, 10 курточек. Ладно. У меня тоже много так. Чего. Ой, Анетка надела 3 пары трусиков, да? Нет, не 3, а 5. Оу. Так, ну что, Анетка, открываем кейсик твой. Я сейчас делаю бустик, ну что тебе буду сделать? Это твои любимые рарки, ты их обожаешь, да? Обожаю, просто люблю. То есть ты хочешь, чтобы тебе выпала рарка? Да, я хочу снять эту шубку с себя, что не ожидал, да? Оно же не только шубку. Ну и не только шубку. Мама дорогая, Анетка, ты что творишь? Ребята, продолжение в ТГ. Так, ну что, открываем это кейсик Анетки, и тебе выпадает... Кто, блин, что закидало? Анетка, ты думаешь, да, что я так прост? Но ты посмотри, я подготовился. Раз сумка, два сумка, снимаем рюкзачок. Ты боишься. Рюкзачок снимаем, братва, просто бах! Ой, блин. Стоп, там, кажется, ноутбук лежал. И опять-таки, КентПК открывает еще один кисточек. Анетка, ты готова? Я готова, давай открывай. Волшебный хэштег. Жи-ки! И что же мне подать? Сюда, на базу! Сюда! Анетка, выбирай, какой кейсик по счету мы откроем? Выбирай любой. Шестой кейсичек. Сейчас Анетка подает рарочка, и Анетка начинает снимать трусички. Оу, май. Ой! Ой! Это подстава, понятно? Хорошо, я снимаю, окей. Давай ты начнешь сразу с трусиков снимать. Блин, семейные. Снимаю. Анетка трусики снимает. Анетка! Я делал буст на моей любимой рарочке, чтобы обмануть кисточек, чтобы он подумал, что мне нужны рарки и даст мне аркану. Поняли? Это называется брейн. Смотрите, то есть мы открываем, и сейчас будет аркана. Анетка, готова? Рарка. О, да. Давай открывай третий кисточек. Давай. Открываем, да? Просто открываем. Техника легкого пальца. Открываем. Ой, Анетка, лицо попроще. Тебе выпал Игнат. Стартрек, да блин, опять я снимаю. Идиот, фу, блин. Анетка, так, все, снимаем курточку, братва. Это зимняя курточка, но зимняя курточка, мне прям очень жарко в ней. Если ты в следующий раз проиграешь, ты снимаешь трусики, а не вот эти курточки, портфельчики. Слышишь, да? Давай не могли. Новый раунд, опять-таки, открывает Кента ПК. Я делал буст на арканы, потому что я помню, что делать буст... Раки бессмысленно, потому что если делал буст на раки, будет раки. Поэтому делал буст на арканы, и Анетка, смотри, завидуй. Я говорил, мужики, сегодня наш день. Сейчас точно я вырву. Ну, по-любому, Анетка, говори, что такое открываем. Первый кисть, давай. Давай первый, открывай, просто беру и открывай. Давай, Анетка, уже снимай, что там у тебя. Ты, по-любому, проиграл, по-любому. Ну, хорошо, давай так, я снимаю,
хочу снять штанишки. Ребяточки, я снимаю штанишки. Да, да. Ой. О, май, пошел кондит. Ой, я случайно с трусами, блин. Я еще трусами. Вот. О. Анелька, ты в курсе, что мы еще пойдем на булдропчик? Ты там давай договорись, не сними все раньше времени, а то на булдропчике не будешь что снимать. Когда мы делаем буст аркана, и всегда везет. Аркана! Смотри, завид. Мой пирожочек, так? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, фу, какая падла, боже, сутрек. Ай, блин, а вы МКИК. Давай первый. Давай, открывай уже, будь. Давай, Анелька, сколько у тебя хромосом, такой кейс таки открываем. Давай. 41 хромосома. Заметно. Мне больше... без густай повезет. Опа-опа, а мне выпал эпик, а тебе выпал... Блин, статрек, да ты задолбала! Снимай мою сумочку, понимаете, я темщик. Поэтому снимай сумку у темщика. Ладно, погнали, мужики, погнали. Сюда, статрек, родной, давай, статрек, давай, статрек, давай, статрек. Мы обкакались. Адума, родная. Давай, давай, открывай. Давай, Нитка, снимай трусики, молодая. Снимай, снимай, снимай. Лего выпадет. Да блин! Анетка, я твой рот трубу шатал! Я снимаю сразу штаны, братва. И раз, два, три! Опа, еще одни штаны, а шо? А что у тебя там торчит? Давай тут без этого. Открываем кейсик за меня. Погнали, братва, за меня. Давай. Это мой кейсичек, и мне выпадает, как вы думаете, что? Как вы думаете, что? Да, блин! Открываем за эту Анетку бомжетку. Ребят, хэштег Анетка бомжетка. Попе табуретка. На, выпали одинаковые скины. А знаешь, что это означает? Что и ты, и я снимаем по одной одеждочке. Ну, да без проблем, окей. Можно колечко снять? Нет, нельзя, нельзя. Я снимаю мои часики, братва. Тисот, хронограф называется модель. Оригинальные. А я наушники снимаю, больше тебя никогда не услышу. Такие наушники, Анетка, давай по-нормальному что снимай, бомжетка. Снимаю сумочку. Да блин, у тебя еще и сумочка была. Как говорил мой дед, это твой дед. Поехали, это мой кейсичек открываем. И сейчас мне выпадет Анеточка. Сюда, эпик. Хорошо, можно сотрек. Открываем. Смотри. Давай. Сейчас будет рарка, очко мама-то стоит. Да, Анетка. Лишь бы не сотрек, умоляю, лишь бы не сотрек. Сотрек. Да блин, опять я. Снимаю плюс одну одеждочку. Поехали. Ну, пожалуйста, бы сейчас статрек. Нормально, эпичек, эпичек. Так, Анетка, на что будешь делать? Говори. Будь сделай на себя. Чик, чик. Сейчас. Переключи меня. Сейчас, Анетка, будет... Как это было близко, мать моя женщина! Опа! А я снял, мужики. Теперь я в шортиках. А я сняла красную шапочку, как ты видишь. Поехали, ребята, мой кейсик открываем. Сейчас по-любому мне подает арканочка и... Ну, хотя бы быстро клэшечек, я тебя умоляю, родной, давай! Здесь проиграешь только ты! Да! Да! Снимай шубочку! Да! Снимаю шубку! Сюда, ну так-то лучше! Так-то лучше, ой, Анетка, довольна ты какая, девушка! У моей девушки день рождения! Как думаешь, что выпадет? Статрек. Блин. И Анетки выпадает. Да! Блин, опять я! Ну а прямо сейчас будет сюрприз, и я снимаю кофту. А знаете, что у меня под кофтой? Знаете, что у меня? Опа-па! Не ожидали. Анетка, осталось два кейсика в стендофе, и мы переходим на булдропщик. Вот там-то будет самый трешничок. Ну что, готово? Конечно, готова. Булдропчик я люблю. Давай, открываем мой кейсик. И мне выпадает... Игнат, давай снимем статрек. Игнат. Блин, я слил опять! Ладно, Анетка, ты готова? Да, я готова. Мне сейчас повезет. Да что тебе повезет? Ничего тебе не повезет. Бомжетка, раздевайся уже. И тебе, Игнат! Давай на ком ножи бумажа. Ну давай. Раз, два, три. Раздевайся, все, давай. Ой, ребята, май, я снимаю кофту. Пошел контент по трубам, мужики. 18 плюс продолжение в ТГ. А, у тебя под кофтой еще одна кофта? Ну да. Ну а это, ребята, был дропщик. И прямо сейчас мы начнем битву кейсиков. Анетка, готова, сладенькая? Конечно, готова, любимый мой.
Любимый, ты мне больше не любимый, забудь такое слово, любимый. Ну что, падали? Давай открывать самые везучие кисечки. Это кисечки НТПК, погнали, братан, открываем штучку. Давайте посмотрим, что же выпадает мне. Блин, 26 рублей. Я думала, что пепка выпадет. Ладно, Надка, открываем теперь тебе. И сейчас мы узнаем, кто же из нас снимет одеждочку и тебе выпадает. А сколько стоит? Ты снимаешь, у меня 10 рублей, у меня было 26. Сколько можно? Ну, ладно, хорошо, я снимаю. Надеюсь, снимай. В следующий раз тебе как бы не повезет. И вообще другие разы тоже. Так, блин, давай, быстро. Оооо, там уже пошла телега. Осталось. Ой, Аннет. Руки на стол. Это последняя кофточка осталась. Это последняя кофточка? Да, ну блин, ну а что? У меня больше ничего нету. А знаешь что? А давай мы прямо сейчас... А что тебе нравится? Какой твой самый любимый кисечек на булдропе? Это твой, конечно же. Или а после другой. Моего? Это Фуриас. Фуриас? Ой, я его тоже обожаю. А давай сразу по 5 штук. 5 штук ты, 5 штук я. Давай. Так, давай, 5 штук открывай я. Посмотрим, везучий ли я или нет. Ой, Анетка, ты даже не знаешь, рарки, сколько у меня одежды. Рарки. Блин, рарки, Анетка. 146, окей, запомнила? Ничего тебе не повезет, Анетка, конфетка, в попе табуретка. Так, ребята, и Анетка выпадает, лишь бы дешевле. Да, дешевле! А что мне снимать? Можно носки сниму? Ну давай, снимай носочки, снимай, доволен ты как... А, так у тебя там вторые штаны были. И чё ты хитропопик-то какой, Аннет? Блин, я спалилась. Легенда Марии. Давай, две штучки я открываю. Давай ты себе две, а мне 5. Такие 5, Анетка. О, 935 рублей, имба! Ну давай сделай бустик на аркаду. А, ты куда пошёл? Ну я уже сделал буст, Анетка, мысленно. И тебе выпадает... Ладно, хорошо. Я снимаю свои последние штанишки. Самые последние. А Анетка без штанов. Ничего нету, чтобы я могла снять. Вообще ничего. Ой, а ты можешь чуть ножку показать? Там ничего не спалить просто, что все. Все. Прячь, Анетка, прячь, это ямбус. Ой, ребята, вы видели, пошел контент. Подожди, а какой самый неокупаемый кисечек? Это ранняя весна, самый неокупаемый. Давай, ты раннюю весну, давай, открывай. Давай, 10 штук. Хорошо, а я серебряный. Нет, тут цена разная. Ну и что, ты сделай из. Ну ладно, давай, 10. Я открываю 10 ранняя весна, и я 300 рубликов, запомнил, 300 голдишки, 300 голдишки, все. У меня 396. Ну 300, давай так. Давай. Анетка, это исключение только ради тебя. Хорошо. Блин, я снимаю! Как? Непредсказуемо, всё. Полотенце! Просто чекайте, сколько у меня тут одежды? Два легенда Марии, я люблю, это мой самый любимый. А можно первая начну? Давай, ты первая, Анетка, ты первая. Давай. Так, тебе выпал дроп на... 1600, что? Теперь я две легенды Марии открываю и... Тебе вряд ли повезет. Блин! Ну, Анетка, не переживай, у меня есть, знаешь что? У меня есть мой ремешок! Все, опа! Мы сняли! О, а давай пасхальный! Как раз сейчас праздничка. Давай, Анетка, бомжетка, открывает первые 10 пасхальных. Анетка, думаешь, тебе повезет? Да, очень, конечно, повезет, 100% вообще. Да, хэштег, Анетка, падаль, и... 1500, что?! Ты на приколе, Анетка, ты в сосну уехала? Тебе выпало 1500, а мне выпал... Блин, я опять снимаю! Опа! Что ты там придерживаешь? Так, все, оп, так, мужики, оп! Первый ножевой открою я, второй ножевой откроет Анетка. Воу! И мне выпадает! Да, это мега окуп! 3400! Ой, ребятки, что ты выиграла? Мама дрожжиска! Обалдеть! Так, братва, снимаю футболочку.
Давай перчаточки, давай перчаточки. Я вижу, ты любишь рисковать, бомжетка. И мне выпадают перчатки за... Внимание, внимание, внимание. О, это окуп, это окуп. Точно это окуп. Сколько стоит? 3600, да! Дорогие, дорогие перчатки. 2 метрика, а сколько они стоят? А сколько они стоят? Они дешевле вроде. 3200, да, они дешевле, они дешевле. А Андреетка? Но у меня припрятан к тебе сюрпризик. Какой сюрприз, женщина? Да ладно, шутка, это носочки мои синенькие. Еще один носки? А нет, это вообще, это законные или что-то? И вообще, последние носки у меня только осталась одна кофточка. Ребят. Ну, вот, уже реально честно. Давайте прямо сейчас перед решающим раундом, знаете, что хотел бы? Я хотел бы вам сказать, что, ребята, на булдропчике прямо сейчас проходит нереально крутой булпасик, плюс все ссылочки на булдропчике есть в описании, плюс мы дарим вам промик на халявную голдишку, и плюс, помимо всего этого, есть очень крутой ивент под названием «Битва яиц». И знаешь, мне на булдропчике очень везет, поэтому я там сижу, булдропчик, муа. Короче, ребят, перед решающим раундом хотел бы вам сказать, что прямо сейчас на булдропчике есть крутой ивент «Битва яиц». Я уже себе пополнил балик на 1000 яйцекоинов, или как это называется. И мы будем с Анеткой развлекаться после этого видео. Бить яйца! Давай твои яйца! Анетка, слышишь, давай там, ну, давай, тихо, тише будет. Яйца, которые в холодильнике. Конечно, надо ждать, чтобы появилось яйцо. Новое яйцо появится через 4 часа, поэтому, мужики, успейте залететь и разбить тоже яичечко. Прямо сейчас выбирай любой кейсик, в котором решится твоя судьба. Я хочу кейсик Кента ПК, потому что он самый окупаемый, мои любимые кейсики. О, сюда! Ща, ну-ка, за пипу ты ответишь. Первый открываю я. 609 рублей. Хорошо. Вот нормально, это нормально, нормально, нормально. Я открываю. Ох, и надеюсь, мне хотя бы на 700 рублей я выиграю. И Анетке выпадает прямо сейчас 854, то есть я еще раз снимаю. Понял, базару зира. Прямо сейчас последний финальный раунд. У тебя одна одежда, у меня одна одежда. 3, 2, 1, первый кейсик. Это будет мой. И мне выпадает, давай, 600! Прошу, лишь бы дешевле, лишь бы дешевле, лишь бы дешевле, умоляю! Ты на приколе, Анетка! Я снимаю шорты! Отвечаю, я сейчас буду сидеть вообще без ничего! Ой, мужики, как холодно стало! А это мой самый любимый кейсичек! 1300! Ориджи! Ты одну штуку, и я одну штуку! Давай! Готова? Давай, давай! Давай, первый открываю, первый, давай первый я, первый я! Давай, хорошо, я согласна. Вот, вот, без шортов сижу. Да, 455, имба, имба. И теперь, Анетка, возможно, прямо сейчас ты проиграешь. Да, проиграй, проиграй. Да, 20 рублей, ура. Давай. Так, и Анетка снимает, Анетка снимает. О, май, что тут-то? Ребята, продолжение в теле! Короче, мужики, с вами был ваш Кент ПК. Так, братва, все, тут Анетка. Короче, ребята, продолжение в телеграм-канале. Ссылочка на булдропчик есть, закреплен на комментарии. С вами был ваш Кентуха и Анетка. Всех обнял, приподнял, хорошее настроение. С вас лайкусик, подписочка обязательно. Всем удачки и всем пока-пока. Всем пока-пока. Кентусик меня закрыл, но люблю тебя. Продолжение в теле.